Студенческое научное общество «Биомедицина ДГТУ» объединяет будущих ветеринарных врачей, фармацевтов, биологов и инженеров, которые ведут совместные исследования по проблемам единого здоровья человека и животных. Наши студенты задействованы в крупных научных проектах по решению практических проблем Ростовской области и Российской Федерации. Студенты по ветеринарным и медицинским направлениям разрабатывают пробиотические препараты для сельского хозяйства и медицины, новые методы генетической диагностики болезней и способы реабилитации домашних и диких животных. Будущие инженеры и биологи работают над созданием имитаторов желудочно-кишечных трактов и методов 3D-визуализации органов животных и человека. Ключевой проект нашего общества – школа молодого исследователя, где мы учим студентов научному производству от идеи до выхода на рынок. Главным результатом проекта мы считаем победу наших студентов в грантах «Умник» и «Студенческий стартап». Также мы выиграли грант Миноборнауки на 5 миллионов рублей в конкурсе по поддержке лучших СНО в России. Благодаря этому гранту мы открываем молодежную лабораторию для генетических разработок наших студентов. Результаты исследований публикуют ведущие научные журналы издательств Nature, Frontiers, Springer и Российской академии наук. Биомедицина ДГТУ открыта для студентов любого вуза нашей страны, что соответствует политике опорного университета. Наша сила в сотрудничестве. Вместе мы спасем мир!